Слушай. Здравствуйте. 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 Меня зовут Анна. Звоню по поводу домашнего интернета. Для вас появилась выгодная информация. Озвучу кратко на правах рекламы. Хорошо? Нет, лучше не стоит. Вы подписаны на мой канал? А какой у вас канал? Монах Синема. А какой у вас там идет контент? Ну, не знаю, наверное, вас не заинтересует, собачье порно. Угу. Я вас поняла. Почему? Посмотрю. О. А домашним интернет... Посмотрю. Да, угу. Для интереса. А вот подскажите, пожалуйста, вот вы пользуетесь домашним интернетом? Знаете, на самом деле некогда, потому что в основном как бы занимаюсь видеосъемкой. Угу. Ну, а вот закачивание, например, файлов и тому подобное, либо же скачивание каких-то файлов? А, это у меня есть специальный человек, он это, ну, там, если что, подержать надо, там, поставить, там, вот, потрогать, там, ну, это все он делает. Угу. А просто для вас появилось мегавыгодное предложение по домашнему интернету, по мегаскоростной скорости. Могу я вам озвучить просто? Нет, вы, конечно, можете, нужно. Вы просто скажите, сколько это стоит. А я скажу, что это дорого или нет. Смотрите, есть разные ценовые политики. Давайте буквально я все вкратце озвучу вам на правах рекламы. Хорошо? Давайте без рекламы. Просто скажите, сколько это стоит. Мне просто есть, я вас понимаю. Есть разные тарифные планы за разными гигабитами. Если я вам буду все называть, я буду нарушать закон. Мне просто необходимо ваше разрешение на рекламное предложение. Могу я все вкратце вам озвучить на правах рекламы? Я же объясняю, что не люблю я рекламу. Но я же... Да, я уже понимаю, что я не вывод, но я буду нарушать законодательство. Могу я вам вот кратко озвучить политику на правах рекламы и название компании? Вы мне уже позвонили, нарушили как бы мои права. Ничего, я вот как бы помалкиваю. Вот. Поэтому вы просто скажите максимально, сколько это стоит. Есть разные. 390, 490. Смотря за сколько мегабит, что вы захотите. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, не сойдемся мы с вами, потому что у меня очень хороший интернет, а у меня безлимитка, и я за эту безлимитку плачу 300 рублей. Я поняла. До свидания, всего до доброго. До свидания.